Привет, Даша. Здравствуйте, Лидия. Это совместно прочитанная за май 2016 за пальмы только в одной книге. Она называется «Лимо Селяхин». Я как-то вам рекламировала в предыдущей части совместно прочитанного. Ну, давай ты начинай, а я подхвачу, а то больше месяца прошло, как я читала. У меня-то не меньше, да, сколько за это время прочитали. Ну, все, что пишет, конечно, Селяхин, мы все это читаем. Для нас она почти тоже что Кунин, будем так говорить, или Мария Семенова. Поэтому вот эта новая книга, естественно, быстренько ты ее приобрела. А как же без этого? Поэтому... Сама идея вот меня просто поразила. Она вообще здорово оформляет, то в письмах, там, смс-ки, и вот там еще вот форма такая. А здесь идея, вот просто, конечно, если... не раскрывай, какая. Не буду. Я, конечно, если посмотреть историю, так сказать, в ретроспективе там далеко, то, конечно, чего только не бывало. Какие только не вводились кошмарные, так сказать, порядки, законы. Это просто, не знаю, это надо очень долго думать, чтобы придумать что-нибудь подобное. И вот в этой книге как раз вот, ну, типа фэнтези, будем так говорить, да? Я бы как не это? Сказала, скорее альтернативный мир. Ну, наверное, да. Возможно, и так. То есть это из области вот такой, но ничуть не исключено и такая ситуация, которая описывает вот в этом климате. Потому что здесь, в этом государстве, так сказать, идеалы, мораль, она выше, так сказать, даже преступлений. То есть совершил уголовное преступление, сидел, и ты опять как человек, а вот с клеймом все. На всю оставшуюся жизнь ты отверженный. Это просто ужасно. Да, и, в общем, да, книга совершенно шикарная, и, ну, и написана языком классным, потрясающим. Однако, у этой книги есть только один недостаток. Мы все, конечно, знаем, что такое открытая концовка. Здесь не открытая концовка, здесь ворота, табун слонов пройдет. Тут, я не знаю, еще я очень надеюсь, что автор планирует написать... продолжение, ну, как минимум еще две книги, точно вот с такой ситуацией, которая здесь раскрывается, еще как минимум две книги, я думаю, можно написать. Нет, но... я очень сильно надеюсь, что Селяхин это сделает. Цель-то, так сказать, цель-то достигнута, видимо, которую она перед собой ставила в концовке, что человек не сдался, боролся и пошел бороться дальше, то есть рано или поздно все это, так сказать... Да не, ну это вообще ни разу не, ну, да. Цель не поставлена. Человек начал бороться, но чем это закончилось, еще фиг пойми. Ну, неизвестно что, но тем не менее, эта борьба ширится, она охватывает все новых да и новых. Да ничего она не ширится, наоборот. Есть такие люди, а это уже немало, так что особо-то... Ну, я считаю, я хочу продолжение. Ну, хотеть не вредно. Похотела? Похотела. Все на этом. Все на этом. До свидания.